прошу рассмотреть конституционный закон о принятии в состав России двух новых субъектов Федерации – Республики Крым и города Севастополь. Путин, председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов, премьер-министр Республики Сергей Аксенов и мэр Севастополя Алексей Чалый подписали межгосударственный договор о принятии Республики Крым в Российскую Федерацию и образовании в ее составе новых субъектов. Российской истории еще не было. Теперь обе палаты российского парламента должны этот договор ратифицировать. Произойдет это в самое ближайшее время. Антон Верницкий, Марина Елисеева, Валерий Киоса, Сергей Валетов. Первый канал.